Привет, друзья. Теплое молоко. Раз, раз. С вашего позволения, не выспался, глаза красные. Итак, друзья, огромный привет. Рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня у нас небольшой обзор аккумуляторной батареи LP-E17. Батарейка была куплена на AliExpress. Вот эта батареечка. Шла она ровно 44 дня до того момента, как я ее смог получить. Эту батарейку я купил как запасную на свою камеру Canon EOS RP. Но эта батарейка подходит не только к моей камере, а еще она подходит Canon EOS M3, Canon EOS 750D, Canon EOS M6, EOS M5, EOS 77D, Canon EOS 800D, 760D и 200D. Если эта информация устаревшая и производитель своей спецификации уже дополнил этот список какими-то новыми камерами, пишите, пожалуйста, в комментариях, и мы дополним в описании к видео те камеры, которым эта батарейка подходит. Ну, давайте уже не будем тянуть кота за хвост. Давайте откроем и посмотрим, что у нас тут таится. Такая аккуратненькая коробочка, кстати, без повреждений. Давайте посмотрим, что внутри. Итак, друзья, внутри мы имеем вот такой маленький мануальчик. Ну, тут все очень просто. Больше ничего нет, коробочка пустая. Эту батарейку можно было заказать в разные комплектности. Я заказал вариант, это зарядное устройство и один аккумулятор. Второй у меня родной, можно было заказать, если не ошибаюсь, до 4. Давайте посмотрим. Да, можно было заказать комплект с 4 батарейками. Вот так вот замечательно выглядит сам аккумулятор. Этот набор мне обошелся за $13. По сегодняшнему курсу это около 1000 рублей. И для чего я делаю этот обзор? Честно говоря, удивило меня цена, потому что в основном, ну вот, когда вы ищете даже через Яндекс.Маркет, эта батарейка оригинальная, не эта, а оригинальная батарейка, стоит порядка 4500 рублей. И меня в этой батарейке с AliExpress китайской интересовало три вещи. Первое, это будет ли мой фотоаппарат ее читать, потому что по отзывам многие пишут, что батарейка работает, но она не показывает заряд, да, не показывает уровень заряда, и поэтому непонятно, в какой момент она отключится и подведет тебя во время съемки. Второй момент, который мне был интересен, будет ли эта батарейка заряжаться через родное зарядное устройство? И будет ли родная батарейка LP-E17 от моего Canon заряжаться вот на этом заряднике через Powerbank? Вот давайте все эти три момента с вами и проверим. Ну, надо сказать, вам все это выглядит достаточно аккуратно. Зарядничек, причем он идет с индикатором. Сейчас мы все это будем проверять. Так, здесь должна быть непосредственно сама батарейка. Ну, слушайте, сборка очень хорошая. Сейчас мы сравним с оригиналом. Давайте вот это все мы уберем, чтобы нам ничего не мешало. Проволочку туда же. Ну, как всегда, довольно-таки короткий шнурок. Можно было сделать его и подлиннее. Давайте достанем родную батарейку. Батарейки абсолютно идентичные, у оригинала, соответственно, написано Canon и написана модификация батарейки. У китайской батарейки здесь абсолютно пустое поле, ничего нет. Ну а так что, надо отдать должное, батареечка собрана хорошо. Давайте подключим теперь к пауэрбанку. Ага, индикатор загорелся. Так, ставим китайскую батарейку с AliExpress под брендом Batmax. Практически Бэтмен. Так, ну вот, слот номер 2 работает, показывает заряд. Давайте переставим в другой слот. В другом слоте почему-то заряд показывает больше. Итак, друзья, давайте теперь попробуем сюда подключить оригинальную батарейку Canon. Заряжается. Отлично, слушайте, отлично. Ну, это очень удобно, особенно когда вы путешествуете, да, для тревел-фотографий. Я пару лет назад отдыхал в Италии, очень много мы передвигались на автобусе, на автомобиле, я был за рулем, и розетки поблизости просто не было. И вот это, на самом деле, палочка-выручалочка, когда вы просто можете в рюкзаке даже подключить, бросить, и оно будет все заряжаться. Ну, здорово. Теперь давайте мы не родную батарейку поставим в родную зарядку.
Итак, друзья, получается, что китайская батарейка не заряжается от сети, от родного зарядного устройства. Ну ладно, что ж, интересно. Так, я надеюсь, она уже немножко схватилась, да? Мы можем проверить ее на камере и посмотреть, работает ли емкость. Ну, давайте подключим. Так, батарейка работает. Ну, в общем, да, друзья мои, мои опасения полностью подтвердились. Батарейка еле живая, на камере она показывает полный заряд. То есть она с момента, когда она будет заряжена 100%, до того момента, пока она полностью разрядится, она вам об этом не подскажет, в отличие от оригинальной батарейки, и просто умрет, и фотоаппарат при этом погаснет. Ну, значит, как говорится, придется ориентироваться как-то на ощупь, да, то есть ориентироваться либо по количеству кадров, либо ориентироваться по количеству времени, которое вы снимаете на эту китайскую батарейку BatMax. Ну, самое главное для меня, что у меня теперь есть зарядное устройство, да, это не забывайте, что ни одна батарейка стоит 1000 рублей, а в комплекте вот с этим зарядничком на две батарейки. Поэтому я считаю ценник более чем приемлемый за такое интересное устройство, которое будет всегда под рукой и будет заряжать твою батарейку. Ну и придется как-то привыкать к этой китайской батарейке, считать количество кадров. Ну, в общем, друзья, теперь я вооружен дешевой китайской батарейкой и достаточно неплохим зарядником. Ну, надеюсь, что мне это поможет делать больше фотографий, снимать больше видео. Это, кстати, была не реклама, а всего лишь навсего обычный обзор для того, чтобы вас сориентировать, как говорится, в море выбора. Ну, а за вами остается право выбора, на чем вы остановитесь. Либо вы себе купите оригинальную зарядку и дополнительный родной аккумулятор Canon, либо вот такое китайское чудо техники. А на этом, друзья, все. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь, потому что впереди вас ждет много чего интересного и полезного по фотографии. И мы с вами будем делать обзоры не только каких-то дорогих качественных девайсов, но и вот такой вот дешевый, но необходимый ширпотребности. А на этом, друзья, все. Творческих вам высот. Всем пока и до новых встреч. No Tabasco, but I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this.